Праздник солнца и лета – место встречи друзей и родственников. Жители и гости столицы республики отмечают долгожданные Исык-Туймады. Традиционно программа праздника обширна, начиная от обряда очищения и заканчивая встречей солнца. Юлия Великодная расскажет, чем запомнился первый день праздника. Жаркий солнечный день Исыха по традиции начался с обряда очищения, который с особенным интересом прошли гости праздника. В их числе иностранцы и жители городов России. К примеру, байкеры из 12 регионов нашей страны преодолели длинный путь, чтобы впервые окунуться в атмосферу национального колорита. У всех мотоциклистов есть одно и второе имя. Вот, второе имя у него шаман. Вот. Хотя поэтому не мог не посетить этот праздник. То есть это прям... Может, чего-то наберется. Спасибо. Может, чего-то наберется у местных шаманов. Потому что здесь очень сильные шаманы, поэтому как бы мы за этим ехали. Чтобы поближе познакомиться с культурой любых народов, стоит попробовать национальные блюда. Как оказалось, якутская кухня привлекает туристов своей экзотичностью. С Хабаровска. А вы первый раз здесь? Да. А что-то будете пробовать? Конечно, мясо. Да? Да. Да. Вот это. Саламат. Попробовали жеребятину, всякие деликатесы. Я не могу вам сказать название. Они очень сложные произношения. Ну, интересно. Так, да, сказать. Сегодня надеемся еще попробовать что-то новенькое. Нам сначала говорили, куда в Якутию, там же холодно. Я говорю, да, там плюс 33. К тому же в местности Усть-Хатын разместились торговые ряды, чтобы гости могли долго вспоминать наш праздник, рассказывать о нем своим близким и друзьям. Производителей сувенирной национальной продукции год от года становится все больше. Всех гостей и жителей города Якутска поздравляем с наступлением лета, с Исыхом. И в местности Усть-Хатын компания «Чорон 21 век» открыл новый, совершенно новый торгово-выставочный павильон. Всех мы сюда приглашаем. Сделайте для близких радость. Ну а для местных жителей праздник – это прежде всего встреча с близкими и родными людьми. Исых разделяют в том числе и с коллегами и передают поздравления, приходя в Тюсюльге. Здесь встречаем солнце, встречаем родственников и празднуем. А вы пойдете в рекорд Гиннесса? Да, да. Мы так собираемся. Расскажите, что такое рекорд Гиннесса? Там забивают рекорды. Вот рыбу еще никто не делал. В этом году особенно тщательно женщины выбирали свои наряды для праздника. Ведь у них выпала возможность принять участие в установке очередного рекорда Гиннесса. Это такое приятное чувство статности, присущее нам. Северному народу. Быть вместе со всеми, тогда не будем нигде пропадать. Друг другу будем поддерживать. Вот это чувство, наверное, превыше всего. Я не о рекорде думаю, а о том, чтобы побыть со всеми вместе. Итак, количество принявших участие в рекорде. 16,620 people. 16,620 человек приняли участие в установлении рекорда. В этот жаркий праздничный день якутяне в очередной раз установили рекорд Гиннесса. В этот раз по самому массовому количеству людей в национальных костюмах. Каждому, кто внес свою лепту, вручили вот такие сертификаты. Исык-Туймады ежегодно собирает десятки тысяч людей не только из регионов России, но и зарубежных гостей. И в последние годы стал поистине брендом нашей республики. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, Якутия, день за днем.